Лето прошло, людей нет. Аттракционы закрыты. Кто-то любит острые ощущения. Заплати за то, что на самом деле дает тебе малое время адреналина и удовольствия. Многие люди в этом мире платят за удовольствие на 5 минут. Но Бог вечен. Он дает удовлетворение в Боге, в Нем навсегда. Принявши Иешуа, мы понимаем, что наша жизнь становится интересной. Может быть, не похожа на эти карусели, но в происходящее в нашей жизни оно дает нам удивительную стабильность. Стабильность и удовлетворение в Боге. Не так, как такой, как дает этот мир. Этот мир предоставляет ужасы, которые видят люди и хотят их пережить. Например, этот дом, который позади меня, ужасов, переживаний. И знаете, вся жизнь человека без Бога так и находится в таком состоянии. Комната страха, вечного страха. Может быть, люди думают, это на 5 секунд, на 5 минут выйдут и будет все нормально. Но этот мир таким образом построен. Зла и ужаса. Преобладающий в этом мире зло просто поглощает людей. Придите к Богу, верьте в Бога, и Он даст вам новую жизнь.